Песец или полярная лисица. Среди млекопитающих эти прекрасные животные обладают самым теплоизолирующим мехом. Они выживают в условиях холода, который достигает минус 40 градусов. По мнению ученых, мех и система теплообмена песца настолько уникальны, что позволили бы ему выжить даже при температуре минус 70 градусов. Песцы едят все подряд, как растительную, так и живную пищу. Размер помета в благоприятных условиях может доходить до 20 детенышей. Общее количество особей оценивается в сотни тысяч. Но все может сильно измениться, ведь песцы являются объектом меховой промышленности. Для того, чтобы получить одну шубу, необходимо убить 20 особей, поэтому их популяция может быстро упасть.